Умри, а Антон начальник. Антон начальник, а это Антон подчиненный, да? Сеня Пончик. Это глава. Да, Антон Кордон. В смысле? Ты серьезно? Не-не-не, ну ты серьезно? Ты серьезно? Какого хера? Че, пойдем? Да ну на! Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Тень Чернобыля. Итак, снова произошла, короче, проблема. Вот, у нас уже было такое, то что игра у меня, короче, в прошлой серии мне не записалась. Но, в принципе, как бы, там ничего такого не было. Там была дорога к лаборатории, поиск входа, вот. Ну, в основном там была битва с зомбаками. В принципе, ничего там такого не упустили, вот. Единственное, так, вот это я заберу. Единственное то, что вот я нашел, короче, этого труп Васильева. Сейчас я прочту. Там было, короче, где-то личные заметки. Вот шаги от призрака, вот. Ну вот я почти в шаге от одного из людей стрелка. Призрак с одним из ученых ушел в подземную лабораторию X-16. Одно но. Я вряд ли найду его живым. Ученый вернулся оттуда один и погиб уже на подходе к лагерю. Вот, недалеко от лагеря мы нашли, короче, ученого вот этого. Вот. Ученые выдали мне некое защитное устройство для защиты от этого неизвестного излучения. Надеюсь, оно оправдает себя. Они хотят, чтобы я проник вовнутрь и отключил источник излучения. Тогда они смогут изучить все на месте. Ну, что ж, с Богом. Окей. И сейчас я вам зачту, короче, КПК Васильева. Там говорилось... Это координаты вход в лабораторию X-16. Вход находится в подвале центрального здания. Задачи этого здания неизвестны. Предположительно, техобеспечение подземных излучателей, изучение документации от N, короче, ну типа неизвестно, наверное. Раскрывает предназначение этого проекта. Крупномасштабная психотронная разработка по массовому воздействию на, я думаю, на разум. Потому что когда мы подходили к ближе к входу в лабораторию, все становилось таким просто ярко-желтым светом, короче, весь экран становился, что-то давило на голову, короче, на разум Меченого. Все необходимые документы у нас мы... все необходимые документы у нас. Мы знаем, как отключить излучатель. Продолжаем спускаться с призраком в лабораторию. Зомби повсюду лезут на свет. Все летит к чертям собачьим, призрак абсолютно невменяем, несет какой-то бред, похоже, его накрыло излучением. Я все бросил, ухожу по туннелям. Я на болотах, где бункер? Черт, я не могу определить, где я нахожусь. Сахаров трус не отвечает. Что происходит? Кругом зомби, у меня кончаются патроны. Короче, Круглова завалили зомбаки, когда он уже вернулся, почти вернулся на базу, да, к себе. Призрак... Так где-то я остался в лаборатории, я так понял. Он сошел с ума. Так что я думаю, много информации, если он живой, то много информации мы с вами от него не узнаем. Вот, как-то кратко вот я рассказал вам то, что было в прошлой серии. Ну, в принципе, и больше ничего. Только битва с зомби. Все. Там ничего такого. В принципе, ничего не упустили. Вот. И вот, собственно, вход в лабораторию. Молодец, Меченый! До лаборатории. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Послушай, Меченый, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Будь осторожней и не забывай про таймер. Короче, вот, наверное, да, получается таймер, про который вы писали в комментах. Бляха, ну вот это вот жестко, конечно, с таймером. Это напрягает, это очень напрягает. Очень-очень напрягает.
Окей, так, что у нас? Отключить первый блок, отключить второй блок, отключить третий блок, отключить питание установки. Охренеть, сколько всего. Охренеть. Ну, пошли искать. Фонарик включаем. Трупы. На подходе, короче, к лаборатории, там просто такое мясо, ну, как бы, много трупов было, короче. Чем ближе подходил, тем больше трупов всяких разных лежало, короче, всяких разных. Военные, сталкеры, там, наемники. Просто это какое-то месиво было. Так, зомби. Лежать. И у меня такое ощущение, знаешь, вот этот излучатель, он, короче, как будто, как призывает, знаешь, этих всяких зомбаков, монстров. Здесь ничего не крутится. Вот. Их тут просто целые толпы. Вот при входе, короче, в лабораторию их было столько просто немерено. Так, умри. Умри, а Антон начальник. Антон начальник, а это Антон подчиненный, да? Ксения Пончик. Посмотрим, что в ящике есть. Нет. Немножко артефактов я, кстати, еще там нашел. Вот. Нашел вот это вот бенгальский огонь. А, три ноги, короче, с норкой я нашел. Можно будет Сахарову отдать. Золотую рыбку вот я нашел. Но это мы продадим, потому что они, видишь, по характеристикам. У меня лучше так. И капельку я сейчас. Сейчас я подобрал. Окей, погнали. В смысле? Ты видел? Меня приглючило или нет? Снорк! Дружище, ты откуда здесь? А вот четвертая нога. Четыре ноги, я теперь смогу прыгать как снорк. Лифт, короче, лифт по-любому не работает. Бляха, я первый-то голова. До-до-до-до. Я в первой-то этой лаборатории обсерился. Здесь-то вообще, наверное, дичь будет. Еще, наверное, на голову будет давить. Так, лестницы я ненавижу. Я постоянно с них падаю. Он такой же скалолаз, как и я, видимо. Шлепнулся. Да не один. Ноги, руки. Ладно, окей. Так, вижу там зомбаря. Я думаю, наверное... Стоит автомат взять. Я сильно потратился, короче, когда шел сюда. У меня было 500 там, да, с чем-то патронов. Смотри, сколько осталось. 30 в обоим 30, короче, 85 еще в запасе. Снорк. Снорки, в принципе, знаешь, они, короче, это... Когда толпой, да, они опасны. Там сверху. Давай, 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 умирай, умирай. Они, бляха, зомбаки, они умирают долго. Стреляют метко, прикинь, прикинь, стреляют метко. Да, Антон Кордон. Пипец. У меня что, патроны все? Так быстро. Готов? Готов. Бляха, хватило на всех. Все, у меня патроны от автомата, короче, кирдык. Ёпти мать! Леха, пугало вас, саны. Так, надо, короче, это ружье убирать, потому что патронов у меня нет. Ладно,
Ходов, наверное, будет как обычно. Целая куча. Заплутать. Как нефиг. Так, патроны пускай для автомата копятся. Надо было больше покупать. Больше с собой брать. Тоже знал, что такая вот. Так сильно потрачусь. Так, это ничего не крутится у нас, не вертится. Леха. Можно вон туда. Там, наверное, этот. Какой-то пульт управления. Или нет? Ну да. Наверное, дверьми управляет, которые у вас впереди открыты. Толчок. Яха. В окнах вечно какая-то дичь происходит. Ну что вы, ёпта. Это мужской толчок. Женского нет. Здесь, наверное, видимо, это... Одни мужики работали. Леха. Так, погоди, а где-то, наверное, этот. Охренеть, здесь просто смотри, какая дичь творилась. Либо они друг друга, короче, перефигачили, когда сошли с ума. Смотри, опять голова. Либо это... Леха. Зомбаки. А, нифига. Снорк, снорк! Как так? Ну, блеха. Это опять, наверное, через стену. Надо за другую стену, короче, спрятаться. Вот сюда. Так, ладно, ружье, блин. Она на близкое расстояние. Сжать. Пекаль, пекаль, пекаль. Хорошо. Просто дичь. Столько их много. Вот снор где-то, который меня загасил. Или я его убил, или он взорвался. Так, хорошо, патроны. Пусто. Окей, туда, туда, сюда. Хорошо. На этот раз снорка не было, так патрончики от пистолета получается, хорошо. Пистолет неплохо. Пистолет неплохо, пистолет нормально выносит. Если нормально целится. Наверное, взорвался снорк, я думаю. Ага, херушки, херушки, где ты? Ай-яй, откуда ты вылез? Вот откуда он вылез? С потолка? А, они, наверное, на трубах вот здесь сидят. Ах, я еще даже до первого блока не дошел. Смотри, сколько ништяков здесь лежит. По-любому там что-то есть. Так, давай здесь посмотрим еще. Прикинь. Офигеть, костер из костей, прикинь.
Здесь держали пленных, смотри. Видать, опыт на них ставили. Миска, что у собаки, да? Просто жесть. Ух ты, нифига тут, смотри. Штучек, штучек, пусто. Опа, 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 патроны. Хорошо, хорошо, патрончик. Одна коробка, да? Так, здесь еще ничего не выпало. А, аптечка. Хорошо. Так, пусто. Пусто. О, да, детка, о, да. Это хорошо. Наверное, понемногу, но все-таки лучше, чем вообще без патрона. Так. Все хорошо, давай посмотрим, что у нас там по патронам. 185, нормально. Нормально. А пока я похожу, короче, с этим, с ружьем. Попытаться. Бляха, вот эти рык, вот этот, знаешь, ощущение, как будто что-то огромное. Знаешь, не снорк. Я понимаю, что это, возможно, снорк. Скорее всего, снорк. Либо кровосос. Но по звуку такое ощущение, как будто, знаешь, какой-то огромный зверь. Граната. Если что, если патроны кончатся, будем закидывать гранатами, короче. Ну, это вроде у меня нормально есть. Ну, я говорю, смотри. Да ни хрена себе просто, видал? Хера он меня сожрал. Охренеть. Че он так резко, это, мощно меня съел? Просто нифига, брейкдансер. Там еще один. Ну-ка, погоди, надо с пистолета. С пистолета вроде как нормально, они выносятся. Что-то с ружья. Мне казалось, мне кажется, что как будто это. Мой. Моя двустволка была помощнее. Ну-ка. Консумир. Не убил. Да бляха! Чё они такие мощные-то? Чем глубже в лабораторию, тем мощнее, что ли, снорки? Ну-ка, умри, падай. Да фиг ли? Чё за она? Чё не умирает? Я ему всю задницу отца обстрелял. Ты прикинь? Какие-то ссаные снорки не умирают. Сколько тебе патронов-то надо, э? Чупчела? Чумачела? В смысле? Ты серьезно? Не-не-не, ну ты серьезно? Ты серьезно? Какого хера? Ты прикинь? Чё не дохнет? Во! Другое дело, это, может, баг какой-то, глюк был? Это дичь просто. Да пошел ты! Что за нафиг? Так, надо вот так. Оп. Ну-ка, и где ты? Сюда иди. Оп. Снорик. Чу-чу-чу-чу-чу. Смотри, чу-чу-чу-чу-чу.
Бляха! У меня нет слов. У меня нет слов. Чё? Сорик. 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 Да иди ты сюда, ну. Во, отлично. Фу. Хера, не просто. Донаты. Здесь, по-моему, больше ничего. Двадцать минут, и мы еще не дошли до первого блока даже. Почти близко. Почти рядом. Тем, какая-то тоже дичь. Скорее всего. Слышишь, как бурлит? Ай-яй-яй, чё делать-то? Три минуты. Ай-я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 й. Жесть. Три минуты всего, на всё про всё даётся, да, я так понял? На все... Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону! Да. Блёха, блёха! Умри ты! Охренеть! И как тут пройти? Они не дохнут нихера. Погоди, надо, короче, поснимать всех. Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону! Я думал, поснимать надо всех, потом просто быстро побежаться. Да, поснимаешь, тут они не дохнут ни хера. А что ты будешь делать-то? Голову цель! Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону! А ну-ка! Смотри, опа! Так, ну-ка. И заново, да, начнем? Ага, критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Так, вон еще. Отлично, снял. Я думаю, вон тот, да, пульт управления, это то, что мне нужно. Внимание, критическое там наверху излучение. Еще блуждает. Ну ладно, погнали. Попробуем. Раз. Выше. Одна. А внизу там нет? Бляха, 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 прячься, прячься. Внимание! Критическое излучение! А, смотри, заново началось. Врубил, что ли? Или это другой?
Где там с дробаша херачит? Критическое излучение. Я ближе подхожусь, короче, к этой штуке, и это. Происходит такая дичь. Так, хера там. Там мозг? Откуда ты стреляешь-то? Я тебя не вижу. Внимание! Критическое излучение! Снизу. Немедленно покиньте опасную зону! Еще один. Жать. Там сверху еще. Так, а чехарт я заберу. Критическое излучение. Еще один. Немедленно покиньте опасную зону. Что такое? Кирпич какой-то. Так, там еще один. Тихо. Так, отключить третий блок. Ооо, нихера! Тут подлянка. Сгорел на работе. Внимание! Так, критическое излучение. Это мы забрали? Это забрали? Так, так, так. Что-то мне кажется, там один внизу. А! Вот, опять, видишь, все пожелтело. Как и... Так, погоди. Как и это. На улице тогда, когда я сюда подходил. Так выше, да, надо? И выше, и выше. В смысле, комбинезон? Что за комбинезон? А! А! Ну-ка. Получше, чем у меня. Так, окей. Выбросить. Три минуты. Три минуты. Расслабляемся. Бежать. Так, где тут? Где рубильник? Где кнопка? О, вижу. 2,5 минуты. Успеем. Включить питание. Еще выше, наверное, да? Охренеть. Кто? Гранату заберу. Ты где-то здесь? Где ты? Включить питание, где? Это мозг! Хера, а че он такой здоровый? Это чей мозг? Инопланетный? Где кнопки? Включить псевдолучение. Я отключил псевдолучение, прикинь? Прикинь? Че, упадем? Это так важно. Почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север.
Это Сидорович был или еще? Не понял. Все, теперь можно выдохнуть. Теперь можно, наверное, выдохнуть. Мне теперь надо отдать. Взять документы. Фига, я хочу их тут много так. Четвер здесь. Отлично. Так, нижнего не трогаю. Картинка-то вообще Женя Кощей. Он реально Кощей. Так, ладно, того не трогаю. Фу. Ну да, немножко запарненько было. Так, погоди. Это у нас штука горит. Артефакты вот продать можно, да. Так, а мне ничего нового из артефактов никаких нет. Новеньких там. Нет, все, все по старенькому. Окей. Да ну на! Мне его убивать надо. Это ж контролер. Дядя контролер. Здесь. Леха, он идет, топает, смотри. На. Леха. Все двоится в глазах. Все, успокойся, успокойся, отстань. Стань от моей головы. Я приду в себя или я так буду? О, хорошо. Со снайперки бы его. Наверное, вот так сейчас и буду его. Вроде я попадаю, да, по нему? Когда вот начинает он свистеть, надо отбегать. Контролер. Сейчас пистолет достреляю, если я его не убью, то эти гранаты пойдут в ход. Взорву его к чертовой матери. Посвисти мне еще тут. Он, видишь, он так делает, короче, значит, я по нему попадаю, ему больно. Где ты? Он живой, по-любому. Тихо. Как так? Я его не видел. Ты где? Ага. Где граната? Лови ты, говнюк. Ах, ты не докинул или докинул? На, лови. Убил? О, херушки. Его реально убить? Бляха, не успел убежать. Его не вижу. Или я тупо просто трачу все. А не, смотри, мертвый. Да ладно, я убил контролера. У-у-у.
Я думаю, что он здесь один. Надеюсь. Так, ну документы где-то... Где-то здесь. А-а-а! Я убил контролера, но поджарился на какой-то херне, блин. Я хоть сохранил? Помимо контролера еще какая-то дичь есть. Так, ладно, туда не заходим. Здесь тоже... Пламя. Тут пламя, там пламя. Уберу. Спасибо. Ладно, я убил контролера, это прикинь. Может, и тогда в первой самой пещере тоже можно было его убить? Просто я не стал связываться туда, наверное. Призрак! Где же ты, стрелок? Черт. Ни доктор, неизвестно где. Как бы мне пригодилась сейчас их помощь? Вернусь задание, обязательно найду проводника на кордоне. Он там частенько бывает. А через него пойду на доктора. Если стрелок все еще жив, то доктор точно знает, где он. Да. Но это потом. А сейчас иду один. В эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. Но только обуза, которую придется оберегать. Васильев в последний момент струсил, и вместо того, чтобы отключить нижние пульты, просто сбежал, когда открылась дверь. Не надо было на него полагаться. Правильно, стрелок, не доверял этим лживым собакам. Мой единственный шанс добраться до двери раньше контролера. Видать, не добрался. Видать, не добрался. Так. Комбинезон призрака. Ну-ка, заберу. Документы с лаборатории X16. Полиэтиленовый файл с документами без ученой степени по биологии. Сложно что-то в них понять. Окей. Дробогиня, а он еще и с этим... Так. Он еще и с одним пистолетом был? Ни хрена себе, он отчаянный просто, чувак. Так. Ходит легенда о том, что призрачный сталкер никогда не носит с собой аптечки. Все на нем заживает, как на собаке. Говорят, что у него необычный комбинезон, и что он его из аномалии достал. Ну, проверим. Окей. Так, погоди, а это я выкину. Я же снял с тебя комбинезон. Такой умиротворен. Так. Аптечка? Смотри, аптечки лежат. Че у контролера? Нейтрал. Почему он на меня нападал? Почему этот нейтрал на меня нападал? Йо. Задание провалено, защита лагеря. Да пошли они уже по своим лагерям. У меня тут такие дела вообще творятся, ты посмотри. Опа. Это типа можно сократить. Окей, так, погоди. Информация X17. Найден ПК Васильева. Нет, личные заметки. Бармен лаборатории X. Выжигать. Еще одна загадка. Я в шоке. Призрак и человек с фотографией в КПК, приложенный к заданию убить стрелка, это один и тот же человек. Я ничего не понимаю. Значит, произошла какая-то ошибка. Но только кто ее допустил? Пока ответа нет. Из записи призрака я узнал имя общего знакомого и четвертого в группе стрелка. Доктор. Он долгое время помогал группе и выполнял, судя по всему, роль штаба. Найти его можно через сталкера, проходящую проводник, который частенько бывает на кордоне. Ну что ж, проводник, смотри, не умри случайно до нашей встречи. На трупе призрака также нашел документы по установке пси-мозг. Вся округа находилась под влиянием этой хрени. Она зомбировала всех входящих в зону ее действия. Я узнал, что существует еще одна установка в лаборатории X-19. И скорее всего она-то является выжигателем мозгов. Еще я знал, что эти установки не всегда работают на полную силу. Есть периоды, когда они понижают мощность излучения для охлаждения агрегата. X-19? Ни хрена. Вот это тема, вот это тема.
Так, что здесь у нас? Ну да, это, наверное, сократить могу просто. Ничка какая-то. В смысле, я не понял. Стрелок и призрак — это один и тот же человек? Чуть не понял. Погоди, я не понял реально. Стрелок и призрак — это один и тот же человек? То, что он говорит, типа, на фотографии и призрак — лицо одно и то же. Блях, опять военные, что ли? Так, ну, допустим. Где я вообще нахожусь? Проник в лабораторию X-16. В смысле? Выбраться, найти документы, принести документы бармену. Выбраться через секретный тоннель, поговорить с Сахаровым. Окей. Так, выход. Ну что это такое было? Так, ладно, это получается не сюда. Опять вояки. Жить. Снорк. Готов. Готов. Так, окей. Еще один круг. Окей, давайте здесь передохнем, короче, у костерка. Да костер такой, видишь, прям из костей. Окей, передохнем здесь. Вот, видос у меня подходит к концу. Много всего мы увидели, много всего что-то нашли, но больше загадок. Вроде нашел ответ, но больше вопросов. Короче, непонятно. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.